Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Є, як то кажуть, ще один аспект цієї війни, тому що, за словами начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, Кремль планує поновити мобілізацію вже от у січні місяці. А на вашу думку, скільки вони можуть зібрати, ну от реально, і чи не чекає нас уже навесні, ну, така нова хвиля, нова навала цих свіжомобілізованих? Последние несколько лет, десятки лет, у России работает определенная, с определенным периодом система, мобилизационная система. Она может набирать около 120-150 тысяч человек в месяц на уровень подготовки за 2-3 месяца. Это весенние и осенние призывы. Они могут сработать еще по одной волне между этими призывами, но не более того. Та волна, которая была запущена в сентябре месяце, она со сдвигом до ноября осеннего призыва отработала 2-2,5 месяца. И они собрали более-менее около 150 тысяч человек. Сама мобилизационная система подготовила. А остаток, тот, который был сверх этой цифры собран, он был сразу направлен в войска. Мы их увидели буквально на второй-третий день на линии фронта, неподготовленных, частично мобилизованных, частично обученных. Потому можно говорить об определенном цикле воспроизводства этой мобилизационной системы. За два месяца максимум 150 тысяч человек. Сейчас они набирают осенний призыв, ноябрь-декабрь. В конце декабря, под конец года, будет демобилизация, скорее всего, старого призыва, заход этих новых срочников. А с января действительно могут январь-февраль набирать еще 150 тысяч человек, не более того. Потому я думаю, максимум, что мы получим на весну, вернее, на конец зимы, это еще где-то 150 тысяч волны мобилизации. Но к тому времени, я думаю, мы как раз уже переведем в режим 200-х, 300-х и 500-х эту волну, которая сейчас дошла 150 тысяч. И, в принципе, большой проблемы вторая волна – январь-февраль нам не принесет. Может быть, возникнуть проблема, если россияне перенесут и весенний призыв чуть дальше и запустят еще одну волну сразу за январской, то есть март-апрель, и тогда мы можем получить, в принципе, плюсом около 300 тысяч человек на весну. Потому, исходя из такой цикличности, нам нужно закончить эту кампанию до начала весны, где-то за зиму, мы уже должны выйти на границы 91-го года. А дальше вступление в НАТО может нас прикрыть от каких-то более глобальных проблем и, в принципе, от любой волны мобилизации, которую бы не придумала россияне. Но если мы нас все-таки не возьмут в НАТО, то есть будет какие-то либо задержка, нам придется уже на той границы, которая 91-го года, то есть на той линии фронта, которая будет проходить вдоль границы Украины с Россией после полной деоккупации Крыма и Донбасса. Это ряд областей: Брянская, Курская, Белгородская, Ростовская. Именно вдоль границы, там вот около 1000 километров, это будет новая линия фронта. Ее будет намного проще оборонять, так как уже сейчас производятся определенные оборонительные мероприятия и в Харьковской, и в Сумской областях по отношению к России. Надо будет просто после деоккупации продолжить линию обороны до юга, до уровня Новоазовска и, в принципе, занять оборонительную позицию. Россияне, кстати, уже также начали отстраивать линию обороны вдоль границы с Украиной, российско-украинской границы. Мы слышим в Белгороде от тамошних руководителей о том, что они уже начинают отстраивать засечные линии, включают режим набора добровольцев в оборонительные мероприятия. То есть, в принципе, уже виден такого рода ход развития событий. Россияне планируют то, что мы выйдем на границу 91-го года, и по границе Украина-Россия будет проведена линия фронта.
Пане Романе, вибачте, але запитаю, наскільки все ж таки це реалістично, що в найближчі місяці ми виходимо на кордон 1991-го? Есть такие расчеты, то есть зимний период, он будет сухой, морозный. У нас есть определенная надежда на то, что нам погода не будет мешать, а наоборот будет способствовать. У нас это уже 9-я зима, то есть мы прекрасно себя чувствуем в этих условиях, представляем прекрасно плюсы и минусы этой погоды. У нас сейчас очень хорошая стратегическая превосходство перед противником. У нас линия фронта внутренняя. У россиян проблемы по Запорожскому фронту очень большие. У них за спиной Азовское море. Наша линия фронта около 300 километров, глубина 100 километров. Дальше Азовское море. То есть они практически зажаты между украинским фронтом и этим морем. Очень плохая позиция по левому берегу Херсонской области у россиян. Предполагаемый пересечение российских поставок из России по сухопутному коридору в сторону Крыма и Херсонской области оставляет Херсонскую, левую часть Херсонской области, левобережную, и Крым в оперативном котле после второго удара по Крымскому мосту. То есть у нас очень хорошие стратегические позиции, потому, исходя из тех сил и средств, которые сейчас у нас есть, и из того плана поставки вооружений, который сейчас идет, наше руководство военное примет правильное решение для использования этой стратегической позиции. То есть Запорожскую, Херсонскую и области Крым возможно, в принципе, начать освобождать еще до Нового года. То есть мы можем в течение декабря уже подойти к Крыму, по крайней мере, к одному из его переходов, вот, к Арабатской стрелке или к Чангару или к Перекопу. А вопрос деоккупации Донбасса, он также со стратегической точки зрения довольно-таки виден и прогнозируем. То есть наше движение из-под Сватова в сторону Счастья, левый берег Северского Донца, север Луганской области, дальше выход на Луганск, и, может быть, придется перевести Таганрог в режим украинского города на определенное время. Оптимальный вариант после выхода на Луганск не выполнять деоккупацию Луганска, а дальше пересечь уже оставшуюся донецкую группировку, отсечь от России в районе Таганрога. То есть выйти из Луганска через Краснодон на Таганрог. Там около 150 километров, в принципе, 2-3 танковых перехода, и мы замкнем и донецкую группировку в очень большой котел. В принципе, если хватит сил, средств и не подведут наши партнеры, такого рода движения довольно-таки прогнозируемые, выполнимые за зимний период, до весенней распутицы. Пане Романе, я вам верю. Дякую за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії Роман Світан.